Здравствуйте, дорогие мои подписчики. Представляю вам свой видеоролик «Ушедшие актеры» из сериала «Вызов» второй сезон, вышедший в 2006 году. Журавель Сергей Борисович родился 1 июня 1954 года, скончался 14 августа 2015 года. Роль: Семен Михайлович Шейнин. Костоправ. Мацкевич Иван Иванович родился 9 апреля 1947 года, скончался 10 декабря 2017 года. Роль: Артемий Савельевич Каланчевский. Уздинский Анатолий Ефимович родился 24 февраля 1952 года, скончался 8 августа 2018 года. Роль: Иван Никифорович Балагин. Шведерский Анатолий Самуилович родился 6 мая 1924 года, скончался 8 июня 2008 года. Роль: Алексей Максимович Стасов. Елисеев Лев Михайлович родился 17 августа 1934 года, скончался 26 июня 2015 года. Роль: Александр Львович Овсюк. Академик. Малыща ЦК Татьяна Владимировна родилась 3 марта 1961 года, скончалась 9 июня 2018 года. Роль: директор школы. Вьюшин Юрий Юрьевич родился 26 января 1957 года, скончался 15 сентября 2015 года. Роль: Таранов, сторож кладбища. Оськин Юрий Васильевич родился 7 апреля 1937 года, скончался 25 января 2009 года. Роль: Петрович, Дуров Лев Константинович родился 23 декабря 1931 года, скончался 20 августа 2015 года. Роль: Тинтиныч, Белашев Александр Александрович родился 15 июля 1964 года, скончался 31 августа 2006 года. Роль: Марк Кушнер, Кудрявцев Сергей Владимирович родился 21 сентября 1961 года, скончался 1 ноября 2017 года. Роль: Эпизод, Нецыенко Леонид Александрович родился 20 января 1944 года, скончался 20 декабря 2009 года. Роль: Эксперт,